Добрый день, дорогие друзья. Хочу представить вашему вниманию 5 ножей. Это модель 2, вернее, вариант модели 2, новый вариант. Отличается от старого тем, что чуть-чуть короче рукоятка, примерно на 8 мм. Длина клинка осталась такой же, примерно в районе 10 сантиметров. Чуть-чуть шире стал клинок. Вот эти 4 по бокам, которые с краев, они из стали АТС-34 изготовлены. Вот. Средний 10,95. Здесь вот эти 3 микарта, черная льняная, материал рукояток. Здесь на латунных трубках, здесь просто латунные заклепки. Этот нож синий G10, латунные заклепки. И здесь черно-оранжевый G10, трубки нержавеющая сталь. Этот нож уже продан, едет к Константину в Донецк. Вот эти 4 как бы свободны. Вот эти 2 из АТС-ки $50. 10,95 $35. Вот этот вот, это тоже АТС, но так как тут он имеет изъян, я вот запилил его чуть-чуть. Ну, видно, да, что слишком вот этот вот переход, слишком я его углубил и вышел на обух. То же самое, $35, как и 10,95. Снабжаются они ножными из кайдекса, простыми, незатейливыми, скажу прямо. В общем, такие вот пироги. Скажу еще вот что. АТС-34, та, что у меня есть, я ее дорабатываю, больше я ее использовать не буду. Есть на то причина, я в ближайших видео, может быть, расскажу про это. И буду переходить на другие стали. Ну, скорее всего, это будет шведская АЕБЛ сталь. Спасибо за внимание, до свидания.